Девочки, привет! Будем с вами распаковывать посылочку с бьютибой. Но я там много не заказывала, всего лишь две палетки. Была распродажа. Там была распродажа на самую главную палетку, девочки. Самую главную, которую я хотела. И я очень-очень обрадовалась. Давайте я вам ее покажу. Это вот такая вот палеточка от марки Juvia's Place. И это The Type. Здесь коробочка у нас. Все заклеено так хорошо. Так. Возьмем ножнички. Сейчас быстренько отрежем. Я не затерплю. Так. Саму посылку берем. Не дотерплю. Так, хочу посмотреть на палеточку. Вы знаете, я почему-то думала, что она желтая будет. Но мне даже нравится ее зеленый дизайн. Смотрите, какая прелесть. Боже, буковки выбиты. О, какая красотень! Здесь тоже. Портрет девушек. Девочки, я хочу посвочить прямо сейчас. Так, самое главное, я хочу вот эти вот. Он довольно мягкий, но не прямо такие жирные. Так. Ну пигментация очень хорошая. Ни капельки не разочаровала меня, девочки. Вот этот только бледновато немножечко. Но на глазах это не факт, что он будет тоже таким ложиться. Вот этот красивый очень оттенок, прямо самый шикарный, наверное. И давайте сейчас посмотрим, попробуем, знаете что, матовые оттенки тоже должны быть очень хорошими. Мне очень любопытно. Так. О, господи, девочки, знаете, какой это оттенок? Это салатовый. Это не просто желтый, а именно салатовый желтый. Такое ощущение. Не знаю, сейчас перенесем и посмотрим. Так. Ну, пигментация, скажем. Ну, вот этот зеленый шикарный. Остальные не прям так и впечатляют. Девочки, не знаю, по-моему, засвечивает. Сейчас камеру, у меня солнце светит в окно. Вот этот шикарный. Вот это тоже красивый оттенок. Вот этот богатый, зеленый такой. Девочки, вот такая вот первая палеточка была. Очень интересно, очень хочу с ней поиграться, потому что свотчи, они не прям 100% говорят, как тени будут навеки лежать. Может быть, они раскроются по-другому. Но я очень безумно рада. Наконец, у меня есть что-то от Juvia's Place. Потому что девочки хвалили. Здесь 32 грамма и 4. Так. Класс. Ой, прелесть какая. И вторая палеточка, девочки, которую я заказала, это палетка шиммерных ярких оттенков от Beauty Bay. Там на все маленькие палетки были скидки. Вместо 7,50 они стоили, ой, сколько они стоили, 4,50. И я подумала, о, я закажу себе одну. Почему я заказала одну, а не 10? Потому что только это мне вызвало у меня интерес. Смотрите, какие тут шикарные оттенки, девочки. Это просто что-то с чем-то. Давайте сделаем свотчи. Так. О, какая красота. Хорошо пигментированы. Так. И последние 4.
Она такая малепусенькая по сравнению с моей, которая у меня есть. Так, конечно, побольше будет. Так, зеленый. Давай, не разочаруй меня. Такой мятный какой-то оттенок. Яркий голубой, яркий синий и фиолетовый. Так. Ну, зеленый, я надеялась, будет понасыщеннее. У Revolution мне, конечно, нравится больше зеленый, если честно. Но почему бы ему не быть? А вот этот мятный тоже такой интересный оттенок. Не так ярко смотрится, правда? Но, в принципе, я не разочарована, потому что у меня есть Tami, у меня, короче, есть палеточки от Revolution, и там реально очень-очень яркие оттенки. Вот эти, конечно, помягче по сравнению с вот этими. Может быть, они будут, знаете, поблагороднее навеки сидеть, чем вот эти. Но все равно классно. Я очень-очень рада, девочки, будем с вами краситься, использовать, наверное, ну не все на одном веке, а возможно брать какие-то отдельные для образов. Такая вот палеточка, там еще есть пламатовая, но матовую на тот момент прям раскупили, девочки, не иначе, а раскупили. Вот такие малипуськи, посмотрите, вот реально маленькая палеточка, если сравнить, так, а у меня ее здесь нету, да, с какой бы палеткой сравнить? Вот Revolution, да? Это Profusion. Она повыше будет, но смотрите, насколько она короче. Вот. Короче, маленькая она такая. Или если шоколадкой сравнить, то вот шоколадка. Так вот. Она чуть повыше, и она покороче. Малипуська. Все, девочки, на этом я заканчиваю видео. Мы с вами обязательно поиграемся в следующем каком-нибудь видео. Не знаю, мне прям очень хочется накраситься, но сегодня я уже не стану краситься, потому что, ну, красилась я уже и устала немножечко. Все, всем хорошей недели, хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока.